почему вот мы не играем в такие игры по вечерам? Потому что... Я пробовал, кстати. Интеллектуальное. Не, я пробовал, кстати, да, поиграть. Но... Потому что мы снобы слишком сильные, ты понимаешь? Это не то. Я? Нет, я не то. Это не то вообще. Не ври себе. Сломал себе жизнь также однажды. Короче, в школе я решил стать музыкантом, потому что у меня отец, он барабанщик, он всю свою жизнь играл во всяких группах. И я к нему пришел, сказал: пап, я хочу играть. Он говорит: на чем? Я говорю: ну, все крутые играют на гитаре. Он говорит: вот тебе гитара, учись. Я говорю: хорошо. Прошел месяц, я говорю: есть какие-то варианты, чтобы вот мозолей не было, чтобы вот не страдать? Он говорит: барабаны. Я говорю: окей, это я могу. Делаем мы музыку, наверное, прежде всего для тех, кто ее любит. А это, наверное, за рубеж все-таки. Самое смешное то, что у этой музыки нет названия. И даже, короче, даже в мире она еще не определила себя как жанр. Именно словосочетание даже хотя бы. Вот. И есть, конечно, какая-то масса музыкантов. Она достаточно большая, из разных стран, там, городов, там, бла-бла-бла. Но пока что они себя идентифицируют исключительно по звуку, а не по названию. То есть ты не можешь ввести какое-то словосочетание на условном бэндкэмпе и найти всех наших. Когда я не занимаюсь музыкой, в те моменты я чувствую, ощущение внутреннего стыда, что я не занимаюсь. И в проекте «Семь ножей» я получаю полный кайф, потому что для меня это эксперименты, меня никто не ограничивает, и я мыслю как танцполами, так и попыткой удивить самого себя, наверное, в каком-то смысле. Для меня это первый осознанный проект, где творчеством занимаются все. В предыдущих проектах это либо была история, когда мне помогали музыканты, либо когда я как раз был на подхвате. В случае с «Семи ножами» это первое осознанное совместное творчество. Мне кажется, что это разрозненная группа немножечко ребят не в себе, у которых резонирует то, что у нас не в себе, скажем так. На самом деле она метафизическая, это музыка Лешиных состояний. Его фантасмагории. Но она ни в коем случае не снобская, потому что Леша не сноб. Я считаю, это достаточно такой челлендж для коллектива, играть очень русскую музыку. О том, что поет Леша, это вообще за... Как сказать? Я не уверен, что Леша понимает, о чем он поет. И тут как бы такое прямое понимание, наверное, не самое важное.
насчет перевода, я вообще не уверен, что это стоит делать. В принципе, особенно с песнями. Еще с поэзией, может быть, это как-то работает. Причем перевод очень сложная работа. Это же не дословный перевод, все равно нужно как-то рифмовать, как-то сохранять ритм стиха. В музыке я не думаю, что вообще это требуется. Если представить нашу музыку в виде человека, я думаю, что он будет достаточно нервозный. Это, наверное, главное, что хочется сказать. Нервозный и неуверенный в себе. Нас окружает ужас и страх, куда бы ты ни пошел. Я надеюсь, что я сдохну наконец-то уже. Вот, и все это закончится, весь страх и ужас. Я не знаю, чем я буду заниматься через 5 лет. Блин, запорол вопрос. Мы будем делать группу, а сейчас мы накидаем всяких глупых вещей, поступков сделаем, а потом будем их разгребать. Насколько глупые сделаем, настолько долго и будем разгребать. Вообще есть такая загадка, вот откуда вдохновение 7 ножей черпают. И это на самом деле серьезная загадка, которую разгадывать, наверное, еще рано даже. Если ты не отгадываешь эту загадку, если ты не заинтригован, или даже если заинтригован, но каким-то кривым местом, то тебя отбросят назад. Ничего нет в этом, ничего нет, ничего нет. Это было спонтанно. Группа 7 ножей — это спонтанный пресс, которым непонятно, что делать до сих пор. И я писал, как писалось, во всех состояниях, которые попадались. Немного выбирая. И для меня рок-музыка — это вот то, где звучит это русское слово «рок», то есть что-то связанное с судьбинушкой, судьбой такое нытное. Вот, что, конечно, в принципе, коррелирует с нытной песней. Есть такой жанр — нытная песня, называется чикона. Вот. Танцевальный, достаточно дьявольский такой мотивчик обычно, вот. Но слова нытные. И там гармонии, как у Кирилла. Вниз всегда, сверху вниз. Рок-музыка обычно — это когда плохо тебе. Типа там, не знаю, клавишные, программирование, как вот роли вообще правильно обозначить? Участник группы. Нет, так нельзя, наверное, что. Почему? Мне очень нравится. Зачем это бюрократию это разводить? Участник группы — это типа, ну смешно. Да. А ты будешь спрашивать, почему вы выходите там, типа, на французских лейблах и на немецких? Будешь спрашивать? Нет. Ну это ж логично.
Могу спросить, что это же логично. 200. А 7 ножей — это группа на экспорт? Да, 100%. Ну, гадалки не ходи вообще. А, ну да, что у нас из последнего времени. Я это еще не записал. То есть высшая цель музыки — это, по большому счету, перемещение себя в пространстве. И любовь там. Да, за счет заботливых организаций. А любовь там, где это...